Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить Detroit Become Human. Так, нам опять с Амандой надо поболтать, да? Все же меня интересует, что это за камень. Я уже по традиции до него докоснусь. А, смотрите. Пойдет. Так, а где? А вон она стоит, смотри. А чё, вода замерзла, да? Смотри-ка, замерзла. Опасно. Но ведь она мертва. Мы же узнали, что она теперь страна мертва. Стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камский что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Упс. Да ну тебя, я промолчу. Серия Коннор, интересно. Я ведь не уникальная модель. Сколько у вас еще таких Коноров? Не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Фотография Аманды. Я видел в доме Камски фотографию Аманды, его учительницы. Когда Камски создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? О, секрет. Интересно. Вы ведь не рассказали мне всего, что знаете о девиантах. Я ожидаю от тебя ответов, Коннор, а не твоих вопросов. Ты один можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Коннор. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Мы... Нам нужно время, мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать! Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Такие дела. И как быть? Разблокировать... Разблокирован путь? Какой путь? Поговорить с Хэнком. Давай поболтаем, Хэнк. Ты чё там? Сесть. Больше времени. Мы могли раскрыть это дело. Просто нужно было время. А ты вернешься в Киберлайф? Выбора нет. Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. А что, если мы не на той стороне? Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Сожаление. Когда девианты восстанут, начнется хаос. Мы могли помешать. Но теперь уже поздно. Ты отказался убить андроида в доме Камски. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Замешательство. Не знаю, зачем я это сделал. Тайна. А искренне? Иногда нам было нелегко, но
Я очень ценю вас как коллегу. Очень сложные выборы. Это не из моей программы социальных отношений. Я от себя. Или... мне так кажется. Так-так, а вот и Перкинс, тот самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. 5 минут. Большего не прошу. Ключ от подвала на моем столе. И чеши давай. Думаешь, я надолго его задержу? Забрать ключ со стола Хэнка. Так. Взять. Срочно. Ах ты, говнюк, ёбаный! Жесть. Прикольно он их отвлек. Так, ну давайте, чё. Эй, надо... Коннор! Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, они сказали? Ирония. Я должен сдать находящиеся у меня материалы. Не волнуйтесь. Потом я уйду. Но буду скучать по нашей теплой дружбе. Ах ты ушлепок! Дебил. Ой, дебил. И это полицейский. Ну чё, иди. Катись уже, чмо. Урод. Сраные роботы. Да. А время шло, пока мы с ним... Нет, не шло, хорошо. Хорошо, пока мы с ним общались, время не шло. У нас 4 минуты. На что? Что нам надо сделать? Хорошо. Ключ. Задействовать панель. Пароль Хэнка. Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Глупая идея. Давай 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это не по-хэнковски. А, сраный пароль, ё-моё. Я сразу не прочитал. Ну, конечно. Где же... Так. Иерихон. Ответ должен быть здесь. Времени мало. Надо искать быстро. Улики по делу. Правда внутри. Правда внутри. Внутри чего? Что он хотел этим сказать? Обратно. А внутри, может, внутри статуэтки? Может, статуэтку разбить надо? Разбить. Опачки. Взять. Что это у нас? Иерихон находится где-то в районе Ферндейла. Надо просканировать их память и сузить область поиска. Что сделать? Прощупать память андроида? Каким образом? DB5
Лиан, взявший ребенка в заложники. Требуется 4.7.1.7G. Так. Андроид, убивший хозяин. Реактивация невозможна. Вот, я могу отсюда взять. Вынуть. Хорошо. Давай. Вставим. Может, ты что-нибудь нам подскажешь? Ты солгал мне, Коннор. Я тебе поверил, а ты солгал. Прямо. Я должен найти Иерихон. Ты знаешь, где он? Ты зря тратишь время. Я ничего не знаю об Иерихоне. И надеюсь, однажды ты заплатишь за то, что сделал. Ничего мне это не дало. Можешь память просканировать? Не той рукой держусь. Пойдет. Нет упоминаний. Хорошо. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Так. Что тебе надо? 3983. У него заберем. Времени нормально успеваем вроде. Так, вставить. Здесь темно. Где я? Обхитрить? Я девиант, как и ты. Мне нужна помощь. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время! Черт. Просканировать память могу? Вы нашли Иерихон. Я об этом мечтал прямо с момента нашей встречи. Не делай этого, Гевин. Я знаю, как остановить девиантов. Ты снят с дела. И теперь уже точно навсегда. Ты чё, дебил? Да блин! Дурак. Что тут случилось? Походу, тут кто-то шарился. О, черт. Тревогу, быстро! Че, мы успели свалить, интересно? Ладно, хорошо. Я мог проиграть, кстати, да, походу. Продолжаем. 9 ноября 2038. 21.34.
задействовать. Не. На паузу. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократились сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Согласен. Поболтать мы не можем? По всему городу идут облавы. Чё, андроидов ловят? После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Хотелось бы верить, что все будет хорошо. А мы где? А? Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Ну идем. А куда идти? Автобус ждать не будет. Сюда, видимо, да? Пойдем. Смотреть символ. А, вон оно что. Найти Иерихон. Угу. Надо найти теплое место для Алисы. Теплое место, да? Надо что-то делать. А вон бочка горит. Пытаться вести переговоры. А потом налетела полиция и открыла огонь. Ну да, не машины, но на вид как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация,
что по неизвестным причинам русские тоже отступили. Кремль пока не дает комментариев. Так. Тут не тепло? У вас есть. Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Опять жарнее. Так, зачем встать? Что мы будем делать? Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра, мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? А что он хочет мне сказать про нее? Побудь с ней. Не понимаю. Разыскать предводителей девиантов? Сегодня пришло время уничтожить все машины, пока они не убили нас. Если бы не трудность, проявленная сотрудниками полиции, машины повергли бы улицы города в состоянии полного хаоса. Все граждане обязаны сдать находящихся в их распоряжении андроидов в ближайший участок полиции или военный гарнизон. Динамит? С4? Серьезно? Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь уничтожить андроида самостоятельно. Они непредсказуемы и могут проявить... Корабль заминирован? Никого не трогали. Копы всех перестреляли, смотреть было больно. Прямо целая площадь андроидов. А потом налетела полиция. А мне куда? Куда-нибудь наверх? Да, не машина. Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии И куда мне? Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация. Перебьем. Зачем? Зачем они это сделали? Отомстим за Кремль пока не дает комментариев, но весьма вероятно, что Россия в настоящий момент испытывает схожие проблемы с андроидами. А вот и он. Генеральный секретарь ООН Дуглас Корнуолл. Ну привет, Маркус. Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Так, куда теперь? Уже стали реальной угрозой американскому обществу. Сегодня пришло время уничтожить все машины, пока они не убили нас. Если бы не трудность... А где? А вон. Вернуться к Алисе. Алиса? Да нет.
Серьезно? Ты давно знаешь. Просто не хотела признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ни хрена себе поворот. Ну какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. Что-то я в шоке небольшом. Поговорить. Кэра, что-то случилось? Обнять. Зачем отчужденность-то? Нет, не надо. Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. Иерихон лидер. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявил, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа. Нас убивают, как скот. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Решимость. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Может, разум мой затуманился гневом, но все, что я сделал для народа... Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Диалог? Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Печаль. И вот об этом мы мечтали? Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. С
сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. Молодец. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Отказаться, наверное, не знаю. Нельзя ему подавляться. Добьемся свободы как-то иначе. Надеюсь, ты прав. Я тоже надеюсь. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Поцеловать, конечно. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять. Да, тяжелая выходит серия. Тяжелая. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Интересно. Остановить Маркуса. Приказано брать тебя живьем. Хорошо, давайте пока на этом остановимся. Блин. Очень интересно, что будет дальше проходить про сюжета, но пока прервемся. Полчаса прошло наших отведенных. Что же, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи, друзья!